Добрый вечер. В Америке нет Министерства образования, но почему-то в США едет учиться весь мир. У нас есть Министерство образования, и на светлую лампочку знаний Министерства образования Советского Союза слетались голодные негры со всего земного шара. Негры вечно голодные, Африка у нас вечно голодающая, и тем не менее эти ребята приезжали, поскольку получали высшее образование. Теперь к нам, несмотря на то, что Министерство есть и негры по-прежнему голодают, учиться не едет абсолютно никто. И получается, в общем, по совокупности содеянного за последнее время, наше министерство, оно, конечно же, прогрессирует невероятно вместе со всей страной. Оно непременно на вызовы времени реагирует самым адекватным образом. И за все, за что они берутся, получается либо какой-то цинизм, либо какое-то убожество, либо просто какой-то бред. Вот Министерство образования и науки последних лет при Ливанове, а тем более при Фурсенко, это совершенно удивительное министерство, которое занимается в основном разгромом системы образования и всякими различными методиками, которые ведут только к каким-то парадоксальным последствиям, но вовсе не к тем, к которым как бы декларировалось. Небольшая предыстория. 2 года Миноборнауки пребывал в интеллектуальной коме, потому что ему так получилось, что было поручено создать программы по обучению будущих водителей. И подстрекателями, как ни странно, выступили депутаты Государственной Думы. Причем мы же помним с вами, что в Государственной Думе у нас такие люди, за которых мы с вами не голосовали. Уровень их компетенции, ну, мягко говоря, нам не очень понятен. И судя по главному органу законодательному в нашей стране, администрации президента, депутатов нельзя допускать ни к чему, кроме каких-то вот досужих сплетен и обсуждения обычных банальностей. И депутаты, блистательные актеры, замечательные спортсмены с высокоинтеллектуальным выражением лица, певцы, они занимаются тем, что могут, то, что им по силам. А политика им по силам? Да нет, как-то не получается. Экономика, они что-то понимают в экономике? Да вроде как-то не особо, хотя один из них постоянно призывает нас к каким-то скидкам по поводу МТС. МТС у нас, я помню, выступила генеральным спонсором выхода «Зайца на крыльцо», и этот депутат Государственной Думы отмечен не только высочайшим интеллектом, но еще и хорошо поставленным ударом, и он как раз пишет для нас законы, в том числе с экономическим уклоном, ха-ха, 3 раза. Так вот, вся эта группа интеллектуальной элиты допущена у нас до уничтожения водителей. Они как раз пытаются уже в течение нескольких лет, вот на протяжении всего шестого созыва, создать обособленную группу лиц, пораженных в гражданских правах. Их выкидывают, нас с вами выкидывают за пределы действия Конституции и ряда других законов. И как-то раз, блеснув блистательной совершенно осведомленностью, депутаты Государственной Думы вдруг решили, что маловато с водителей будет, надо еще что-нибудь сделать, решили переписать программу обучения всех нас в автошколах. И вот тут удивительно, потому что депутаты — это все-таки светильники разума, 450 светильников. Не глянь в кого, так обязательно улыбнешься их сиятельному блеску. Источник из недр прямо так и прет. И тут они почему-то не совладали с темой. Вместо того, чтобы сесть и всерьез взять, разработать эту серьезную методику, они поручили это Министерство Миноборнауки. Причем они даже сделали так. Они сказали «фас», и сразу несколько структур бросилось на написание. И Миноборнауки, и Минтруд, и Минтранс, и ГИБДД. Кончилось тем, что они все передрались. Каждый из них пытался от себя эти полномочия как-то отодвинуть и не блистать свет за депутатами Государственной Думы интеллектом. Но, тем не менее, депутаты ратифицировали поправки к закону о безопасности дорожного движения, которые вступили у нас в стране, на территории всего нашего государства, 5 ноября. И выяснилось, что поправки есть, закон есть, штрафные санкции есть, а больше ничего нет. И тогда срочненько за 3 недели Миноборнауки поднатужился и ляпнул документик. Причем документик не слабый, он составляет 766 страниц. Это проект методик по обучению водительскому мастерству. Получилось совершенно фантастически, потому что люди в попыхах взяли и забыли, кого они готовят и чему они готовят. Они предположили, что теперь в нашей стране абсолютно все это исключительно водители-профессионалы. И поэтому блондинку, крашенную на машине с автоматом, нужно готовить точно так же к судьбе на дороге, как водителя-профессионала.
С точки зрения Миноборнауки разницы нету никакой. Это очень серьезно. Это средство повышенной опасности. Здесь вам не тут. Ну-ка быстро. И поэтому мы сейчас вам тут программу. Помните, чем страдала в принципе подготовка еще с советской эпохи? Человек выходил на дорогу, он не умел водить машину. По ГОСТу 28 часов полагалось человеку накатать, прежде чем он был допущен к экзамену, выпускному. За 28 часов подразумевалось, что человек научился водить машину. Миноборнауки посмотрела статистику, посмотрела методики. Да, ну прекрасно понималось, что советский стандарт 28 часов давно устарел. На сегодняшний день автошколы у нас обязаны дать человеку 50 часов, это стандарт. Но с 50 часами за плечами люди тоже не умеют водить машину. И они постоянно валят экзамены, они постоянно покупают права в ГАИ. Хорошо, что в ГАИ есть отдел реализации. И вот для того, чтобы эту неправедную ситуацию всерьез как-то улучшить и дать людям возможность действительно подготовиться к профессии шофера, пусть даже это блондинка на машине с коробкой автомат, Министерство образования и науки решительно увеличило количество необходимых часов. Теперь вместо 50 недостаточных будет 52 часа. Вообще-то, вот этот закон, этот проект, он должен пройти еще и антикоррупционную экспертизу. Вот если за 50 часов люди не могли научиться и платили взятки, за 52 часа, как вы думаете, что там со взятками будет? Молодцы в Миноборнауке. Великолепно отработали материал. Понятно, что аккуратно за вашей рукой присматривала, приглядывала ГАИ, которую водила по бумаге. Здорово. Хорошо, теперь что у нас с теорией? В советское время полагалось 180 часов, потом было снижено, вот сейчас, на сегодняшний день у нас до 5 числа был стандарт 106 часов теории, теперь будет 212. Но это будут такие 212 часов, ведь из блондинки нужно сделать профессионала. Чему будет учить? О, гидроскольжение и аквапланирование. Хорошая тема, да, для блондинки. Силы и моменты, действующие на транспортное средство при торможении и при криволинейном движении. Обалдеть! Теперь скудную осведомленность человека за рулем обогатят технические подробности устройства автомобиля. Причем под натиском избыточной компетенции Миноборнауки, соискателя на высокое звание водителя, ткнет его носом в разницу между вариатором и гидромеханической автоматической коробкой передач. Нужно, чтобы разобрались. При этом, почему не будут обучать разницам робота с двумя сцеплениями, например? Об этом Миноборнауки представления не имеет. То есть блондинка должна понимать, что такое вариатор, должна понимать, что такое гидромеханика. А что такое два сцепления? А зачем блондинке? Профессиональному водителю это не надо. Не надо. Зато специалисты, выученные по новой методике, смогут, например, блеснуть знаниями, что такое комбинированные двигательные установки. Простите, я не очень понимаю, что это такое. Мне бы тоже бы все-таки в автошколу по новой методике вот эти вот 216 часов, 212 часов поучиться. Зато теперь блондинка будет точно знать, что такое цетановое число. Я не помню ни одного примера, чтобы человек на заправке подошел к бабе-заправщице и спросил: «Слушайте, у вас какое цетановое число? 45? А 55 когда завезут?» Блондинка? Она теперь будет подготовлена как водитель-профессионал. Она заткнет любого дальнобойщика за пояс. Она скажет: «У тебя какое цетановое число? Ты что, до своих 50 сюда поехал? Да давай 55, тогда поговорим». Вот это я понимаю. Помните, у нас еще была проблема, в советское время пытались из любого шофера обязательно сделать врача. Было много часов подготовки, там порядка 30, потом сократили, а теперь ведь оставили. Бинтовать по-прежнему будем. Перерыв на новости, потом продолжим. Так вот, Миноборнауки тоже продолжает советскую традицию изготовления большого количества фельдшеров и внебрачных медицинских сестер на дорогах нашей страны. Но делает это в соответствии с велениями времени, сокращая программу медицинской подготовки будущих водителей с 24 часов до 16 часов. Вы помните дискуссию, когда Леонид Рошаль сказал, что нынешняя аптечка никуда не годится? Нынешняя — это та, которой больше нет. Там, где был аспирин, там, где был, там были препараты от головной боли, анальгин, там, где были всякие йоды и прочее. И вот тогда, поскольку Рошаль, ты кто такой, чтобы нам, людям во власти, вообще диктовать? Помните, как тогда подло поступило министерство, наше здравоохранение, руководимое мадам Арбидол, та, которая известна широкому кругу, как Голикова?
Они очень быстро состряпали нормативный документ о новой аптечке, изъяв оттуда все медицинские препараты. То есть, если Рошаль говорил о том, что там должен быть определенный перечень таблеток, помогающих, в том числе профессиональному врачу, оказавшись на месте ДТП, какую-то помощь, тем не менее, все-таки пытаться рукотворно сотворить, спасая человека, то мы сказали: «На, Рошаль, вот тебе пощечина. Ты перед всем миром показал, что самый умный. А вот теперь ты посмотрим, как ты в опущенном состоянии будешь по этому поводу изображать этот самый ум». И выкинули все препараты, обязав нас срочно купить новые себе аптечки, в которых только бинты. Ну и это приспособление еще из рот в рот, которым пользоваться, ну, мягко говоря, никто и не умеет. Так вот, теперь 16 часов будут врачи на дороге с начальным шоферским образованием учиться, оказывая помощь. И, естественно, выйдут по-прежнему компетентными. О том, что медицинская подготовка не нужна в принципе, потому что, ну, в общем-то, это малопригодно, речь не идет. И в данном случае, если у нас Минздрав пишет на упаковке с лекарствами, с сигаретами о том, что курить опасно и всякие другие неприятности, то на аптечке шоферской впору писать заповедь Божью «Не убий». Если помните, закон Божий, он же называется 10 заповедей, пункт 6. Вот как раз шестая заповедь в христианстве, это именно она. Вот ее на аптечку было бы самое время и разместить. Кроме того, что будущих водителей Министерства образования и науки считают необходимым подготовить по физике, по математике, по медицине, еще отводится очень серьезный раздел психологии. Будущих дальнобойщиков, крановщиков, а также блондинок и мальчиков на скутерах с категории М будут готовить психофизиологическим основам деятельности водителя. У водителя это отдельный какой-то вариант деятельности, психофизиологический. Ну, деятельность у него такая. Будут обучать склонности к рискованному поведению на дороге, либо объяснять, что это такое, пытаться предотвратить. А также будет такая тема, как, например, влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение. В автошколе о том, как влияет кинематограф в принципе на людей, самое место поговорить, да, как-то больше негде, потому что Миноборнауки же располагает очень узким плацдармом для воспитания людей. В школу, ну, как-то не по рангу, видимо. Судя по всему, Министерство образования не может в школьную программу впихнуть курс лекций о влиянии искусства и, в частности, кинематографа и рекламы на людей вообще. Есть отдельный такой психотренинг по влиянию на мозги водителей. Ну и, конечно же, только в автошколе для этого находится место. Очень логично. Также Министерство образования и науки не нашло другого места для того, чтобы прочитать цикл лекций о причинах агрессии и враждебности у водителей. Водители — это все-таки отдельная социальная категория, прав наш законодатель из Государственной Думы, уничтожающий водителей как не классовое явление, пытаясь сгрудить их в одну отдельную социальную категорию. И Миноборнауки считает, что да, это абсолютно правильно, поэтому причина агрессии и враждебности, они именно у водителей. В той же самой средней школе, да ну что вы, об этом говорить просто не приходится, потому что водитель — отдельная социальная категория. А почему все прочие люди бывают агрессивны и враждебны? Это же в быту никак не случается, это только за рулем. Вот так, чтобы просто на личной площадке или в школе? Да ну что вы, нет, никак. Еще будет отдельный цикл, спасибо Миноборнауке, по обучению будущих водителей работе с борткомпьютером. Вот, например, у отечественных автомобилей борткомпьютер — это, как правило, одна кнопка. Это, видимо, будет такой тренинг по попаданию пальцем в кнопку. Будущие блондинки и мужики такие крепкие, кряжестые, они будут на занятиях целиться пальцем. А вот как бы мне вот попасть бы так, чтобы с одного касания всю информацию считать? А там информация какая? О, борткомпьютер. На 2115, который сейчас вот как раз покидает конвейер, там тоже есть борткомпьютер. Там в борткомпьютере там такие знания, что, конечно, поучиться было бы хорошо. И, кстати, навигатору тоже. У нас в стране много навигаторов, и в автошколе нужно специально несколько часов изучать навигатор, а потом у доски и на экзамене, в принципе, отвечать на вопрос о навигаторах. И это чрезвычайно логично. Хочется спросить, а в Министерстве образования что такое цинизм, уже посмотрели в Википедии?
Или пока еще нет? Вообще-то лучше всего в этом отношении поступили туркмены. Они для того, чтобы водители были максимально готовы ко всем превратностям судьбы, проходили в автошколах Рухнаму. Это величайшая книга всех времен и народов. Ее написал президент Туркмении Сапармурат Ниязов. Без этой книги человек не мог сесть за руль. Зачеты сдавали. Но зачеты, конечно, сдавали и на заводах, и в школах, и в колхозах. Там, знаете, пока вот отара овец не промычит нужный текст, зачет бригадиру не ставили. Но зато в Туркмении-то жизнь какая. Миноборнауки пошел по этому же самому пути и очень серьезно подсмотрел эту методику. Другое дело, что, конечно, до Рухнамы, до Малой Земли или, например, до путинских тезисов в связи с его президентством пока мы еще не дошли, но верная дорога уже четко очерчена. Круче были только китайцы, когда они водителя готовили 5 лет подряд. Ну, во времена культурной революции машин было мало, в основном на велосипедах. И если машину доверяли человеку, это было практически то же самое, что доверить ему самолет. Поэтому нужно было его готовить, чтобы он был водителем, механиком, слесарем, инженером, проктологом. Иначе китайца на дорогу нельзя было выпустить. Миноборнауки пошел по этому же самому пути. И ведь, что приятно, позвали на подмогу специалистов. Для того, чтобы создать этот великолепный документ, использовали наработки интеллектуалов из ГАИ. Позвали мадишников, академическая кафедра. Позвали общественность. Вы знаете, всяческие вот ассоциации по обучению всех нас чему угодно, там, например, Межрегиональная ассоциация автошкол, они тоже приняли участие. То есть не думайте, что это был камень за пазухой, ничего подобного. Этот булыжник вывалили в большую кучу, и каждый на нем аккуратно высек свою копилочку знаний. То есть такую заметочку о том, что здесь был Вася, в том числе Межрегиональная ассоциация автошкол, там пометочку поставила. Молодцы ребята! Вы знаете, чему учить. Чувствуется, что вы на пульсе-то руку держите. И поскольку это все проект, то подразумевается, что будет не только антикоррупционная экспертиза, но и общественное обсуждение. Неделю тому назад проект выплеснулся, он был опубликован, и на сайте Миноборнауки была даже специальная ссылка на тот самый сайт, на котором и подразумевалось, что будет общественное обсуждение. Я специально зашел сегодня на этот сайт, не поверите, ссылка удалена. Там так и написано, документ удален. Все, в глухом коммунистическом подполье. Идите, ребята, ищите, что вы там, где вы эти будете 700 страниц, 766 страниц убористых обсуждать. Да обсуждайте вы сами с собой, где угодно, на кухне. Официального у вас такого варианта нет. Знаете, что мне это напоминает? Помните, у нас было одно такое не место для дискуссии. Вот аналогичный случай. Один в один. Программа «Экипаж» с Сергеем Асланяном. Нашлось, блистательно сверкает алгоритмом. Многокилометровые пробки, но движение-то есть. 8 баллов. А вот у Mail.ru, знаете, движения нет. 10 баллов. 65, 10, 9, 9 и 6. Добавим несколько свежих автомобилей. Купим что-нибудь перед Новым годом как раз в эти 10-бальные пробки. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Наконец-то я к вам дозвонился. Кто больше счастлив, вы или я? Я не знаю, мне кажется, мы оба счастливы. Да, я соглашусь. Сергей, вот пару слов хотел по поводу обучения потенциальных водителей. Вот что касается аптечек этих самых, к сожалению, в автошколах учат, ну, насколько мне известно, только сдавать теоретический экзамен. Ну, и в том числе и практический. Вот. Ну, чтобы реально оказывать медицинскую помощь, на дорогах не учат нигде. Знаете, меня даже в армии, когда учили медицинской помощи на поле боя, вся моя функция сводилась к тому, чтобы боец покинул поле боя, чтобы я его просто вынес на себе. Перерыв на новости, оставайтесь на линии, продолжим. Юрий изо всех сил дождался нас на линии. Юрий, по поводу медпомощи, да, спасибо вам. Итак. Вам спасибо. На самом деле у меня вот еще два вопроса по машинкам, если можно. Давайте. С прошлой недели вот являюсь счастливым обладателем новой Ford Kuga с 150-сильным мотором 1.6. Да. В связи с чем имею следующий вопрос. А не такой же это поганый мотор, как был у Peugeot? Нет, это его близкий родственник. Ну что вы. Но. А чего же от него ждать тогда? Ждите, что в гарантийный период вас будет изо всех сил поддерживать вся дилерская сеть Форда по нашей стране.
если что. Но вот машина достаточно тяжелая. Это все-таки легковушка, но с серьезной массой. Мотор 1.6 с турбиной. Для того, чтобы получить 150 лошадиных сил, он работает всегда, что называется, на пределе. То есть он всегда из кожи вон лезет. В таком режиме его хватит ненадолго. Официально завод гарантирует, что 240 тысяч километров эта машина пробежит. Ну, 240 тысяч — это же даже не вторые, это третьи руки. Поэтому... Это очень долго. Да, это очень долго. На ваш век хватит. Сейчас, в период одноразовых людей, одноразовой медицины, одноразовых машин и одноразовых айфонов, не имеет смысла закладываться на какой-то серьезный ресурс. Если по отчаянии машина скончается сразу у второго клиента после того, как вы ему продадите, так все будут только счастливы. Вы уже в этот момент купили себе новый, и Ford вас гладит по головке, по кошельку опустевшему. А беды второго владельца никого не волнуют. Это его собственный риск. И Куга в этом отношении очень неплохой автомобильчик. Мне он внешне не угодил, но это опять-таки мои личные пристрастия. Я не люблю на полном приводе на кроссоверах мотор 1.6, который крутит все четыре колеса. Мне кажется, этого недостаточно. Но для комфортной езды по городу, да выше крыши. И хватит его надолго. А, собственно, ничего особо такого сурового у него отваливаться не будет. Он у вас, кстати, уже наш или еще оттуда? Вы знаете, он наполовину еще испанец. Вот. То есть сайт Форда говорит, что он изготовлен на заводе Валенсии. Но сборка уже не лапушская. Ну, по крайней мере, крупноузловая, потому что вот они только что в этом месяце взяли и освоили полный цикл, и теперь, конечно, Куга вызывает, ну, определенные, мягко говоря, сомнения. Да. Я вот был в салоне недавно, видел уже машину, которая прошла по полному циклу. Ну, что сказать. По полному циклу? В смысле, она так заметна? Вы пришли, и сразу было понятно, какая? Да мне показали. И в какие памятные места вас аккуратно ткнули? Что там такого любопытного? Меня не ткнули ровным счетом никуда, сообщив, что это такая же хорошая, замечательная машина, такая же надежная, она же качество и так далее. Вот. Но первым делом я обратил внимание, подняв крышку капота, на гнутую правую чашку. Ну, подумаешь, ну, уронили ее со стапеля, ну, кувалдочкой немножечко. Ну и что? Вот так. И второй вопросик, если можно. Большое спасибо за первый. До этого я сам являлся обладателем Ford Fusion. К сожалению, этой машины больше нет. Такая же машина была у моей тещи. Вот. И она сейчас пытается найти что-нибудь похожее в районе там 800-850 тысяч рублей. К сожалению, нету ничего. То есть можно смотреть на компакт кроссовера. Вот. Но непонятно на что. А вот, собственно, логика фирмы Ford. Они сделали на пробу машину с высоким дорожным просветом. В Европе она не очень нужна, но, тем не менее, тоже приглянулась. Опять-таки, удобный кузов. И машина ведь довольно большая. Снаружи-то кажется малышом, а внутри, на самом деле, место было. И вот когда они сами решили подумать, а что же мы будем делать потом? Но когда пройдут года, с кем останемся тогда? И поняли, что делать еще раз Fusion не надо, и вместо него эко-спорт. Вот эта вот блистательная внешняя машина, сделанная без единого гвоздя при помощи топора изнутри, в которую, когда в физиономию засовываешь, тебя обычно либо сшибает запахом, либо корчит от уродства. Эта машина... Ну, проблема в том, что Фьюжна уже нет, и как-то нет еще на нашем рынке. Ну... Вот, машина нужна вот буквально прямо сейчас. Поэтому вы спокойно уходите к любому другому, кто делает машину, приподнятую на цыпочки. Например, двухколесный переднеприводный кроссовер, что является абсурдом. Потому что если машине на роду написано иметь 4x4, это самый правильный вариант. Но, собственно, выход-то небольшой. Либо бежать к какому-нибудь Дастеру, либо смотреть переднеприводные всякие Спортеджи и Йети, после чего копить или гоняться за скидкой, чтобы эта машина всерьез упала. Потому как ценник ведь, когда ваша теща брала Fusion, он был, ну, дороговат, но все-таки можно было ему это простить. На сегодня ценник на все машины настолько зверский, что не то, что простить им этого нельзя, даже подходить не хочется. Да, вот, к сожалению, именно так это и выглядит. Да? Большое вам спасибо, Сергей. Спасибо вам. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Степанович. Очень рад, что дозвонился до вас. Я счастлив. Как ваше отчество, Михаил? Николаевич. Михаил Николаевич, глагольте. Вот у меня с женой такая дилемма. Вот мы сейчас перед выбором покупки Hyundai Santa Fe
и Kia Sorento. Что бы вы могли сказать про эти два автомобиля? А вы нашли в них какие-нибудь отличия, кроме внешних? Ну, в принципе, нет. Большого отличия я не нашел ни в той, ни в этой. Ну, вот, собственно. Но меня смущает того, то, что у Hyundai и Kia ценники разные и варьируются где-то от 150 тысяч. Вот. Ну, а с двигателем 2.2 дизель, вот именно меня интересует. Ну, как они? Они молодцы, очень правильный дизель. А почему вас смущает эта разница по цене? Вот китайцы, например, они все одинаковые практически на одно лицо, но ценник-то у каждого разный. Почему-то в отношении... Согласен. 1.5 миллиарда китайцев, и ни у одного ценник не совпадает. У них даже тактико-технические данные не совпадают, потому что один умеет шить, другой петь, третий плясать. И ценник у всех разный. И здесь то же самое. Да, ближайшие родственники. Да, абсолютно одинаковая платформа. Если их мерить линейкой по салону, то у них будет небольшая разница, например, по ширине там, заднего сиденья. Где-то в 2 сантиметра. Критично либо не критично, смотрите сами. По внешности, что один имеет право на всякие призы по дизайну, что другой. Двигатель 2.2, очень правильный, хороший дизельный мотор, сделанный европейцами для европейцев. Собственно, ну, азиатского в этих машинах почти ничего не осталось. Поэтому только ту, которая краше. Вот что нравится жене, вот ту и берите. Я понял. А еще вот к ним же такой вопросик. А по ходовым качествам... Как они устойчивы вообще на дорогах? Они мне продавцы говорят то, что полный привод, устойчивость. Но мне кажется, у кроссовера полный привод, он не очень, не ахти. Как бы. Эти машины ездить учили в немецком городе Рюссельхайм. Там довольно неплохие специалисты. Они много чего научили держаться за дорогу. Полный привод здесь чисто маркетинговый, потому что это абсолютная легковая машина. То есть это не джип, ни в коем случае. Это легковая машина повышенной проходимости. И полноприводные «Жигули». Ну, в данном случае это, наверное, машина выступает оба. Автомобили выступают в классе полноприводная «Волга» с кузовом «Универсал». Для... То есть если у меня на даче дорогу не почистят от снега, до нее я на ней не доберусь. Вы доберетесь ровно до туда, покуда у вас не перегреется муфта в приводе, и на цепях, может быть, вы не закопаетесь по уровень бампера. Потому что эта машина останавливается там, где она упирается пузом в землю. У нее геометрическая проходимость. По-ровному, по целине с настом, вы пройдете еще какое-то количество, пока машина не утонет. Но как только она чем-нибудь зацепится, бампером, поперечиной кузова, какой-нибудь приводной деталью, редуктором, вот то, чем она зацепится, все, заякорилась, легла, никакой она не джип, блокировок нет, вы туда-сюда побарахтались, все, что могло перегреться, перегрелось, машина легла на пузо и сказала: «Михаил Николаевич, зимовать я буду здесь, а вы где хотите». Вот и все. Это просто нормальная легковая машина. Дмитрий. Алло. Здрасте. Добрый день. Неожиданно. Да я сам я так удивился. Я думаю, не может быть. Не, Дмитрий, может быть. Здравствуйте, Сергей. Рад, что позвонил. Спасибо. Спасибо вам. Значит, вещаю. Ситуация такая. Езжу на S60, 2003 год, 170 лошадей. Пятигоршковый мотор. Да. В марку данную влюблен. И вот сейчас удалось накопить 1 000 000 рублей, и хотел бы что-нибудь полноприводное той же марки. Склоняюсь к бэушному, естественно, ну, либо конечно. 90-е, либо 60-е. По 60-е вы, наверное, скажете, что автомобиль бабский. Отчасти согласен. Единственное, что вот, например, ну, 90-е мне не нравится. Вот она не нравится мне внешне, внутри, хотя и больше. Вот очень склоняюсь к XC60. Полноприводные есть только нет, они есть и на бензине, и на дизеле, но на бензине там количество лошадей зашкаливает просто. Соответственно, остается вариант с дизелем. Дмитрий, это ж в натуре премиум, поэтому и количество лошадей. Но торопитесь, потому что Volvo объявила ведь двигательную революцию. Они в ближайшее время выкидывают из-под капота лишние цилиндры и будут ставить туда капельницу. И все это будет с 8 турбинами, с 12 турбинами. А все двигатели у Volvo, у всей модельной линейки, будут строго 4-цилиндровые и 2-литровые.
И дальше там, хочешь 200 лошадей, 3 турбины, хочешь 300 лошадей, 5 турбин, а хочешь 100 лошадей, ну, так уж и быть, только 2 турбины. И вся эта катастрофа, она уже потихонечку просится под капот. И у вас есть шанс, может быть, знаете, какая штука произойдет? Ведь как только все это пойдет, они начнут срочно скидывать машины с вот этими неудачными, особенно 5-цилиндровыми моторами, не дай бог 6, все это нужно будет срочно куда-то выкинуть, и, возможно, скидки. Ну, на вторичном рынке вы обречены на то, что ищете машину, поношенную кем-то, но поскольку она абсолютно реально бабская, возможно, что вы возьмете машину, которую девушка просто тихо приложила об телеграфный столб, либо об КамАЗ. То есть она еще практически ни разу не тронутая. Пробег небольшой, ну да, сминаемые зоны уже не те. Скажите, пожалуйста, а аналог какой-то вот за эти деньги полноприводный есть? За миллион? Да. За миллион на самом деле практически ничего нету. Это полноприводные кроссоверы первого уровня. Но за исключением Дастера, который заканчивается на 800, то все остальное, оно как раз настолько крутое. На Йети посмотришь, и ты понимаешь, что там вместо петуха все-таки должен быть Rolls-Royce по ценнику. Но потому что это он уже, ну, как минимум, Бентли. Иначе никак. Все остальное, у нас вот ценовое озверение идет настолько семимильными шагами, что уж если сливочное масло у нас, несмотря на инфляцию в 6%, подорожало раз, наверное, в 40, то почему машине не стоит за миллион? У нас любая машина начинается с миллиона, а полноприводная так с полутора. Хотите недорогой кроссовер, покупайте Volvo XC60. Ну, насколько он недорогой? Он, знаете, на вторичном рынке одно, а на первичном у вас получается какой-нибудь V40 кросс-кантри. Он вот так вот в районе миллиона топчется, правда, непонятно, зачем он нужен. Он же новый. Да, новый. Он же тесный, как конура под канарейку. Ну, да. Там же только лежа вдвоем, а в багажник, не дай бог, вы портфель уронили. Все, больше ничего. Там уже места не остается даже на пакет молока. Согласен. Перерыв на новости. Нашлось, продолжает логарифмическая линейка вычислять нужный алгоритм. У него 8 баллов. У Мейла не просто 10 баллов. У Мейла замкнулось кольцо МКАД. Он либо красный, либо желтый. Нету движения в городе. Не, а у Лося все нормально. С пробочками так аккуратненько. Но ребята едут. Дмитрий спрашивает меня. Пишет: Сергей, вы всегда пропагандируете обслуживание автомобиля не у официального дилера. Полностью с вами согласен. Но как минимизировать список работ по ТО у официального дилера, если их перечень указан в регламенте на автомобиль? Простой заменой масла не обойдешься. Да, конечно. То есть здесь вы не вольны что-то изменить. Но когда вы приезжаете и вам говорят, что нужно еще сделать капремонт мотора, знаете, вот тут ТО, а вот тут рекомендация, и вообще мы вас не выпустим. Во-первых, зачем вы едете к другу? К другу вы едете для того, чтобы он уже вам заранее поменял все, что необходимо, все, что не входит в ТО. Например, очень многих официальных брендов, официальных дилеров, у них идет осмотр того, осмотр сего, в шинку пукнуть, сюда посмотреть, здесь подмигнуть, здесь подергать. Вот это неизбежно. Деваться некуда, к сожалению. Но вы посмотрели сами, покачали монтировкой, либо ваш любимый слесарь покачал монтировкой элементы подвески, посмотрел, что там происходит с оленблоками, если надо, поменял. Вы смотрите, как у вас поживает гофра на выхлопной системе. Если что, тоже ее поменяли. Смотрите, там, например, что у вас происходит по там, тормозным колодкам и тормозным дискам, чтобы вам эту работу не навязали. И приезжайте просто, вот она, пожалуйста, да, замена масла. Да, что там, фильтрик поменять. А все остальное, да, давайте посмотрим. Конечно, вы за мои деньги, там, за мои 15, 20, 25, 30, там, 50 тысяч, иногда 100 тысяч рублей, будете монтировочки качать то же самое, что я уже поменял. То есть вы смотрите у своего дружественного слесаря, что на самом деле с вашей машиной, раз, меняете все, что необходимо, два, и приезжаете к официальному дилеру, не допуская его до замены чего бы то ни было навязанного вам, но ограничивайтесь вот неизбежными вещами, например, заменой масла. Никуда мы с вами от этого не денемся. Роман, здравствуйте. Алло, Дмитрий. Алло. Здрасте, Дмитрий. Здравствуйте. У меня такой вопросик короткий. Сейчас являюсь обладателем машины Nissan Tiana 2011 года в полной комплектации Premium Plus. Хочу ее сейчас поменять. Надо, семья растет, как говорится, надо чуть побольше машину. Хотел взять какой-нибудь универсал. Есть где-то 1 400 000, 1 500 000.
Вот хотел посоветоваться с вами. Тут смотрел Opel новый Country Tourer, по-моему, да. называется. Да-да-да, Insignia. Да-да, Insignia новая. Очень понравился, честно говоря. Единственное, вот пока я в той комплектации, которую я хочу в полной, еще в салоны не привезли, но вот жду. Ну и смотрел, ездил на Volvo XC70. Конечно, там ценник совершенно другой, но посидел, ездил и прям, ну, очень понравился. Вот сейчас думаю, либо взять Country Tourer и не гнаться за символикой Volvo и ограничить Opel, все-таки еще подождать, подкопить там, я не знаю, денег и взять их XC70. Андрей, вы ценнейший обладатель удивительной информации, которой нет у меня. Ответьте на этот вопрос. А что же там такое в логотипе Volvo? Что вы к нему так с пиететом. Вот этот мужской знак, обозначающий практически сперматозоид, он чем так блистателен? Не, на самом деле это было сказано немножечко с такой, ну, как бы, язвинкой, потому что логотип мне тут крайне не нравится. Просто мне понравилось, чем Volvo, ну, такая, как-то вот в нее садишься, там, ну, не знаю, как-то вот она... Ну, конечно, стойки толстоваты, но, в принципе, такая массивная очень машина получается. Я не знаю, после Nissan Tiana я сел, мне показалось, она существенно массивнее в плане, ну, вот, езды на ней. Может быть, просто из-за того, что она новая, а моя уже такая притертая ко мне. Дмитрий, поэтому как вот... только вы сели в Хосе 70, на вас обрушилась вся реклама. И все то, что они нам вкладывали в голову о том, что безопасность, надежность, вот тут оно вас и накрыло. Это неизбежно, поскольку они на это как раз и делали очень серьезную ставку. Но Хосе 70 реально самая лучшая Volvo, которая есть в принципе. И тут вы попали в десятку, потому что машина-то достойная, и в ней удобно и здорово, и полный привод у нее работает. Если, конечно, вы не попались на ту, которая без колес и без мотора. У них была такая специальная версия. Двухколесная. Нет, я попался на ту, которая была с полным приводом, с мотором, то есть все хорошо. А, Дмитрий, если у вас есть такая возможность, то Хосе 70, она чем хороша? Во-первых, она уже отработанная. То есть все сопли подобраны, и в этом отношении вы получаете безопасную машину. Во-вторых, ее никто никогда не угонит, потому что она нафиг никому не сдалась. В-третьих, это самая классная работа фирмы Volvo над прошедшим периодом и ошибками. Вот все то, что последующее у них будет, это очень большой вопрос, и, скорее всего, теперь мы будем с вами наблюдать не только, как погибает Subaru и Mitsubishi, но и как у нас подыхает в объятиях практически Volvo, становясь более китайской четырехцилиндровой. И ну да, я слышал. И у вас получается, ну, вот ящик, который вы везете за плечами, можете напихать детьми, холодильниками, тещами, урожаем. В Insignia, кроме красоты, увеличение клиренса на 1 сантиметр и пластмассового обвеса, все здорово. Дизайн потрясающий, технологии, и, кстати, тоже полный привод есть. Но... Да-да-да, я вот именно полный привод рассматриваю, ту и другую. Но сзади у нее две гольф-клюшки, 4 памперса и пакетик корма для ежика. И все. Согласен. И ничего не поместилось. Еще есть, конечно, грандиозное супербище шкодовский. Куда вы... Все. Он тоже полный... Стоит как квартира. Вы же помните, у него двигатель V6, полный привод. Ох, какой грузовичок. К сожалению, просто вот чисто такой подход. Хоть я сам и инженер, но подход такой утилитарный. Внешний вид должен нравиться. Вот, к сожалению, так. Я в машине практически живу, поэтому и салон тоже. Поэтому суперб как-то вот вообще не лежит душа. Соглашусь с вами, потому что удовольствие от покупки — это самый важный критерий на самом деле. И вот вы выбираете между двумя эстетичными машинами. Хосе 70, он универсальней. Он лучше будет по проходимости, он будет не иметь никакого отношения к надежности, так же, как и любой Opel, и любой Mercedes, и любой Dodge, Chrysler, Cadillac и Rolls-Royce, но в нем будет удобней, в нем логичней, разумней. И когда, не дай бог, типун мне на язык, на вас начнет покушаться КамАЗ, то в Хосе 70 у КамАЗа шансов будет меньше, а у вас больше. Вопрос, а стоит этот, ну, вот это... Разница там получается в той комплектации, которая мне нужна, 400 тысяч. То есть, грубо говоря, Opel я беру за 1 500 000, 500 000, 570 000, 600 000. Ну да. А это мне вылетает в 2 060 000. То есть разница в 400 тысяч. Оно, ну, стоит того, надо заморачиваться. Или можно сейчас взять Insignia, отъездить на ней год 2-3, потом ее продать и поменять на Хосе 70. Или тогда я уже не найду вот эту 70, которая сейчас. Все, все. Ее прикончат как можно быстрее, потому что, во-первых, ей под капот сейчас засунут вот этот самый двигатель с 4 цилиндрами и с 25 турбинами, чтобы она показывала вам любое количество лошадиных сил.
И главное достоинство Volvo отныне это то, как она COCH выдыхает. Потому что чрезвычайно важно, чтобы китайцы не передохли раньше времени, поэтому травить их нельзя. Поэтому 4 цилиндра и по катализатору на каждой из них 70-ки через пару лет мы уже с вами не получим. Там будет какой-то суррогат, колесики еще те же, а Федот уже не тот. Поэтому вот взять сейчас перетоптаться, красотулю, а потом взять себе то, что нужно, это, знаете, ну то же самое, что сейчас я буду заколачивать отверткой гвозди, а потом куплю себе молоток. Нет, надо сразу молоток. Вопрос. А вообще какая-то еще альтернатива существует, которую стоит рассмотреть вот в рамках вот той суммы, которую я назвал, и вот тех хотелок, которые они есть? Ну вот в плане вот именно универсала, полноприводного, желательно там, ну, в хорошем исполнении. Дмитрий, вот так могу сказать. Мы с вами, как ценители универсалов, в принципе, не рассматриваемся. Потому что как только у человека появляется полтора миллиона, ему сразу в зубы вставляют советскую мечту о джипе. Говорят, во, настоящая машина, настоящий мужик, ля-ля, 3 рубля. И получается, что куда ни пойди, да, есть еще, например, полноприводные BMW пятерки, полноприводные фирматики, ешки мерседесовские, которые к нам даже не привозят, потому что они стоят как квартира. И, соответственно, спрос будет только вы и только я. Все остальные нормальные мужики уже давно джипуют в натуре, помахивая голдовыми цепурами. Поэтому есть еще, конечно, да, пожалуйста, вот они, Субары. С деревянным шикарным салоном, с натуральной резиной в неожиданных местах. По цене то же самое, потому что с точки зрения японцев, конечно, это же Фудзияма. Это же сад камней, давайте ему поклоняться. Это же премиум. Я не знаю, что там такого премиального, и оплачивать похороны Субару тоже не собираюсь. Абсолютно. И уж... Я согласен. Знаете как, еще, конечно, да. Audi Allroad, пузом по земле. Заплатите за ценник, посмотрим, как быстро у вас TFCI заклинит. Даже интересно. О, не в первую неделю. Молодцы. Ну, там очень дорого получается. Да. Потому что тут еще, как ценители универсалов, я еще иногда, ну, я прихожу, мне нужен универсал с белым салоном. Люди вообще в обморок падают, потому что они не понимают, зачем человеку нужен универсал с самой большой комплектацией из белой кожи вентилируемой. То есть там, конечно, все вообще в ступор встают. Hyundai мне просто сказали, что они такие вещи в Россию поставлять никогда не будут, и можно даже к ним больше не заходить в салон. Это даже вы, под заказ. Это вы на i40, что ли, приходили, прицеливались? Да. Ну, он, да. Ну, i40, он с белым салоном не будет никогда. Это точно. Да. Я понял вас. Спасибо большое. Спасибо. Скажите, буду, Дмитрий, катить деньги. А ради какого количества детей вы закупаетесь белой кожей в таком шикарном полноприводном исполнении? Да, на самом деле у меня пока один ребенок, но перспективы, они, надеюсь, положительные. Будет еще. Ну, просто я хочу универсал, потому что седан меня очень сильно... Ну, вот, по крайней мере, в Nissan Tiana, здесь же задние кресла, они не складываются. И, к сожалению, любой выезд на природу, он всегда обременен объемом багажника. Тем более, если там я еду, жена, ребенок, там, ну, кто-то, там, родители, например, там, то, конечно, тут уже все, приплыли. Тем более, на Nissan Tiana наверх тоже ничего не повесишь. То есть там нету места крепления этого багажника сверху. Поэтому тут вот, хотелось бы что-то другое, но вот единственное, что я сейчас себя вижу... Дмитрий – носитель истинных семейных ценностей. До завтра.